Достаю из кармана блокнот. Адреса, телефоны. Очень часто по прозвищу. Ежик, бродяга, патрон. Видно, с возрастом память включает другие законы. Помнить прозвище проще. Оно отражает нутро. Достаю из кармана потрепанный доллар бумажный. Я в Америке не был, и что мне, затейливый мир? Но однажды туда улетело... А впрочем, неважно. Улетело и ладно. А доллар давно сувенир. Мои нервы давно не нуждаются в острой щекотке, а под сердцем все чаще какой-то навязчивый шум. Достаю из кармана почти неразлучные четки. Сколько раз и рвались, и чинились, а вот же, ношу. Достаю из кармана мобильный, ключи, сигареты. Два десятка монет разнеслись по столу, как табун. Я смотрю на такие банальные с виду предметы и пытаюсь понять, как однажды собрал их